У вас одно новое сообщение. Сидя здесь, я делаю эту запись, чтобы отправить ее в прошлое, в мир, который существует сейчас для вас, но уже превратился в пыль и пепел для меня. Меня зовут Элиот Харрис, и я говорю из будущего, из мира, который вы даже не можете себе представить. 2077 год – время, когда технологии проникают в каждый аспект нашей жизни, когда мегаполисы, подобны огромным механическим чудовищам, дышащим паром и электричеством. Но несмотря на все наши достижения, мир, в котором я живу, умирает. Экосистемы разрушены, ресурсы истощаются, а корпорации, как могучие титаны, борются за власть над последними оставшимися клочками Земли. Я, бывший хакер, тот, кто проникал в самые защищенные системы, исследовал темные уголки цифрового мира. Но теперь я борюсь за что-то большее. Я видел, как наши действия разрушают этот мир, как корпорации выжигают леса, как города задыхаются под тяжестью своей собственной технологии. Я понял, что единственный способ предотвратить нашу гибель – это изменить наши отношения к миру. Мы должны вернуться к природе, найти баланс между технологией и экосистемой, восстановить то, что мы утратили. Но это непросто. Корпорации контролируют каждый аспект нашей жизни. Они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. Я записываю это сообщение в надежде, что оно дойдет до кого-то, кто сможет изменить ход событий. Имейте в виду, будущее нашего мира в ваших руках. Не позвольте технологии поглотить вас, не забывайте о своей природе. Помните, что мы все связаны, что каждый шаг, каждое решение имеет значение. Мир умирает, но есть еще шанс на спасение. Поверьте в себя, действуйте смело и помните о том, что истинная сила заключена не в технологиях, а в нашей способности любить и заботиться о нашей планете. Помните обо мне, Элиоте Харрисе, из будущего, и помните о том, что вы можете изменить мир. Когда я впервые начал замечать признаки разрушения вокруг себя, это было как тихий шепот предупреждения. Но с течением времени шепот становился криком, пронзающим мою душу. Я видел, как реки, когда-то полные жизни, превращались в токсичные потоки отходов. Я слышал стоны природы, стонущие под тяжестью нашего жадного потребления. Моя собственная жизнь тоже изменилась. Я был преследуем корпорациями, которые видели во мне угрозу для своего господства. Я был вынужден скрываться, использовать все свои навыки хакера, чтобы оставаться незамеченным. Но даже в тени я понимал, что мои действия должны принести перемену, иначе все будет потеряно. И вот я здесь, в этом моменте, пытаясь достучаться до прошлого, пытаясь донести свое послание о том, что мы можем изменить будущее. Не все потеряно. Есть еще шанс на спасение, если мы сможем объединиться, если мы сможем принять ответственность за наши действия. Мир умирает, но в каждом из нас тлеет искра надежды. Пусть эта искра разгорится пламенем перемен. Пусть мы вернемся к природе, к истинным ценностям, к заботе о нашей планете. Помните об этом, когда вы примете следующее решение, когда вы выберете свой путь. Я, Элиот Харрис, из будущего, верю в вас. Верьте и сами себе. Мы можем изменить мир к лучшему, если только мы решимся действовать. Время идет, и каждый момент имеет значение. Помните об этом, когда вы примете свое следующее решение. Верьте, действуйте. И помните, что истинная сила заключена в нашей способности изменить свою судьбу. Мои слова несут с собой не только предостережение, но и призыв к действию. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит вокруг нас. Мы не можем позволить корпорациям искажать наш мир в угоду своим интересам. Мы должны встать в защиту природы, встать в защиту нашего будущего. Каждый из нас имеет силу внести изменения. Даже самый маленький шаг в правильном направлении может повлиять на будущее. Давайте объединим усилия, чтобы создать мир, где технология и природа сосуществуют в гармонии. Давайте возьмем на себя ответственность за то, что происходит вокруг нас. Помните, что мы не остаемся бездействующими зрителями в этой истории. Мы – активные участники, способные изменить ход событий. Давайте вместе создадим мир,
где каждый шаг направлен на благо нашей планеты, где каждое решение принимается с уважением к природе. Пусть мои слова станут искрой, которая разожжет пламя перемен. Пусть они вдохновят вас на действия, на заботу о мире, который мы оставим будущим поколениям. Помните об этом, когда вы стоите перед выбором. Помните о силе, которую мы имеем вместе. Верьте в себя. Действуйте смело. И помните, что каждый из нас способен изменить мир к лучшему. Под грохот разрушающихся стен я чувствую, как земля дрожит под моими ногами. Время на исходе. Моя квартира, мое последнее убежище, обречена на уничтожение. Но в этом хаосе я чувствую спокойствие, потому что знаю, что мои слова не пропадут даром. Пусть мир услышит наше эхо, пусть каждый шаг наполнен заботой о природе. Помнить, что каждый из нас – капля в океане перемен. Пусть эта квартира упадет, но наши идеалы останутся нерушимыми. Пусть будущее будет ярче благодаря нашим усилиям. И в последний миг, когда мир вокруг меня рушится, я улыбаюсь, зная, что моя миссия завершена. Мои слова летят сквозь время, и я надеюсь, помогут изменить будущее. Пусть моя история станет светом во тьме. Пусть моя судьба послужит примером для тех, кто готов принять вызов перемен. Конец записи.